Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции «Вирука» следующая. У человека частенько есть что? Нервные срывы. Эти нервные срывы приводят человека, ну, каким-то, вот, скажем так, к нервным возбуждениям, которые человек не может объяснить, не может передать, но все видят, что что-то человек перенервничал, и на этом всем нервном фоне, скажем так, или фундаменте родилось то или иное заболевание, то или иное расстройство, которое человек не может объяснить. Просто вот он перенервничал и все, и его шатает вправо-влево, у него повысился аппетит, ему хочется выкурить пачку сигарет, ему хочется искупаться в проруби сразу, ему хочется сесть в машину, промчаться с огромной скоростью, другому человеку хочется обязательно уйти в себя, накрыться одеялом, третьему человеку хочется еще что-нибудь, скажем так, побыть где-то наедине, скажем так, сыграть в шахматы или в карты. И так, и тому подобное. Кто-то хочет грушу побить. Ну, в общем, здесь множество, скажем так, вариаций, когда у человека происходит нервный срыв. А если у человека происходят нервные срывы очень часто, то это уже, скажем так, энергия этих срывов, что вселяется в человека. Вот это самое плохо. Ладно, когда человек перенервничал, пошел по груши побил, скажем так, либо там в поле вышел, покричал, поорал на всех, этот негатив, скажем так, либо эта вся энергетика вышла с человека, и человеку стало легче. Либо человек высказался кому-то, ему стало легче. Почему стало легче? Потому что энергия, которая угнетала его, которая давила его, что вышла с человека. Ну, а если есть такая категория людей, которая перенервничала эту злобу, что таит в себе, либо это нервное напряжение, это нервная нитка, которая вот-вот-вот должна порваться, она сидит в человеке. Сидит в голове, сидит вот здесь, вот она сидит, вот эта натянутая струна еще больше натягивается, и у человека в какой-то тот или иной неблагоприятный лунный день, мы назовем так своими именами, вот происходит нервный срыв, и человек, скажем так, берет ружье, убивает ближнего, либо весь этот нервный негатив, не дай бог, скажем так, на своих соседей выплескивает или еще как. Вот это происходит вот, нервный срыв. Чтобы этого не происходило с вами, уважаемые зрители, иногда массажируйте точку ВДЖ-20 байхуэй, которая показана при всех нервных срывах, при всех нервных расстройствах, при всех нервных, скажем так, депрессиях, унынии, разочаровании, при всем том негативе, который оставили вам нервные срывы, или которые нервные срывы были у вас, и вы чувствуете, что они не вышли с вас, а командуют вами. Вот тогда, пожалуйста, точка ВДЖ-20 байхуэй вам в помощь. Ну, конечно, здесь следует сказать, что нужно сделать диагностику 12 меридианов, дабы видеть картину общего баланса человека, чтобы что? Не лечить только одни нервы, а восстановить самого человека в целом. Спасибо за внимание.